Третий по счету визит Дмитрия Демешина в наш край. Приятная и довольно нетипичная для прокуроров обстановка. Новая квартира, накрытый стол, за которым виновница события. Ветеран труда Нина Потехина. Не-не-не, вы сидите. Не надо, не надо. Сидите, пожалуйста. Вот, да, мы с губернатором пришли вас на визит. Пенсионерка из Новоалтайска, вдова ветерана Великой Отечественной и новосел одного из домов города. Ключи от квартиры ей как раз и вручили высокие гости. Замгенпрокурора отметил, что именно на героических поступках таких людей, как Нина Потехина и ее супруг, основаны и подвиги современников. Таких людей, как вы, надо носить на руках. Вот в прямом и опосредованном смысле это обязанность государства, ну, обеспечивать полностью. В прошлом году проблемы с жильем выявили у 15 алтайских ветеранов. Дополнительно на покупку квартир для них из федерального бюджета направили больше 50 миллионов рублей. Елена Макаренко, «День с толком».